Ранним утром 19 ноября 1942 года командующий Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Николай Ватутин отдал приказ к началу операции «Уран». Ее целью было окружение и уничтожение вражеской группировки в районе Сталинграда. В 7 часов 30 минут прозвучала команда «Огонь». Началась артподготовка, которая длилась в течение 1 часа 20 минут. После этого в наступление перешли соединения 5-й танковой и 21-й общевойсковой армии. В первые 2 часа сражения советские войска вклинились в оборону противника на 2-3 километра. Однако по мере продвижения вперед сопротивление врага возрастало, и темп наступления стал падать. Ватутин принял решение ввести в бой свой главный резерв – 3 танковых корпуса с общей численностью до 300 боевых машин. В случае провала операции немцы могли перехватить инициативу и сделать то, что пытались уже в течение 3 месяцев – полностью захватить город и форсировать Волгу, а после этого начать захват нефтеносных районов Кавказа. Еще в 1935 году на киевских учениях Красная Армия впервые продемонстрировала миру, как можно использовать крупные танковые соединения. На тот момент СССР имел самые многочисленные и боеспособные танковые войска, вооруженные современными и во многом лучшими боевыми машинами. Это были малые плавающие танки Т-37, легкие Т-26 и БТ, средние трехбашенные Т-28 и тяжелые пятибашенные Т-35. В 1939 году на экраны страны вышел художественный фильм «Танкисты». Он демонстрировал возможности советских танков в предполагаемой войне. Германия напрямую в этом фильме не называлась, но и без того было понятно, кто враг. Господа офицеры, верховный правитель поручил сообщить вам об историческом часе. Завтра весь мир должен содрогнуться, узнав о поражении красных. Весь мир должен знать, что мы, арийцы, берем вооруженной рукой все, что считаем своим. По сюжету фильма Красная Армия, отбив внезапное нападение вражеской армии, переходит в контрнаступление. Танки устремляются вглубь обороны врага, предприняв скрытый обходной маневр. Дорогу им преграждает река с отвесными берегами. Противник считает, что пройти там невозможно. Но найдя способ сделать это, советские танкисты вынуждают врага к капитуляции. После просмотра фильма у зрителей складывалось впечатление, что советским танкам нет преграды. В действительности все было не так радужно. Ситуация стала ухудшаться уже в 1937 году. На фоне немецких машин советские выглядели все еще предпочтительнее. В первую очередь по уровню вооружения. Легкие Т-26 и БТ оснащались пушкой калибра 45 мм, в то время как аналогичный по классу немецкий Т-2 орудием калибра 20 мм, а Т-1 и вовсе только пулеметами. Более мощные боевые машины в Германии были еще на стадии разработки и испытаний. Однако главная угроза для танков исходила не столько от аналогичных машин противника, сколько от противотанковых орудий. У немцев это была пушка калибра 37 мм. Она без труда справлялась с броней Т-26 и БТ. Боевые действия в Испании, в которых принимали участие советские танки Т-26 и БТ, показали, что броневая защита легких танков не всегда защищала экипаж от огня даже стрелкового оружия. Толщина броневых листов среднего Т-28 и тяжелого Т-35 была в 1,5-2 раза больше – 20-30 мм, но и этого не хватало, чтобы защитить экипаж от огня противотанковой артиллерии. Уровень так называемой противоснарядной брони находился на отметке 35-40 мм. За рубежом подобные машины уже появились. Сначала во Франции, а затем в Великобритании. Например, у английского пехотного танка «Матильда» образца 1937 года толщина лобовых проекций превышала 70 мм. Война в Испании обнажила еще ряд проблем. Во время боевых действий противник начал применять бутылки с зажигательной смесью, которые в последующем получили название «коктейль Молотова», и танки часто сгорали, особенно при бое в городе или в населенном пункте. В то время все танки оборудовались бензиновыми двигателями.
Они легко вспыхивали при попадании бутылки с зажигательной смесью и в целом были пожароопасны. Альтернативой являлись моторы, работающие на дизельном топливе. В этом плане более надежные и, главное, экономичные. Расход топлива у дизелей был почти в два раза меньше, чем у бензиновых двигателей. Кроме этого, предлагалось отказаться от использования горючих материалов, например, прокладок в виде простой резины, ну и также делать покатыми крышу башни и наклонными броневые листы, чтобы жидкость как можно быстрее стекала с горизонтальной поверхности танка. Сначала повысить боевые характеристики танков решили модернизацией имевшихся машин. К 1939 году на Харьковском заводе был разработан танк БТ-7М. Он являлся модификацией БТ-7. На машину установили дизель В2 мощностью 500 лошадиных сил, благодаря чему увеличилась максимальная скорость с 52 до 68 км в час при движении на гусеницах и с 72 до 86 км в час при движении на колесах. При этом меньший расход горючего позволил увеличить запас хода в 2,5 раза. Но вот кардинально усилить защиту танка возможности не было. В процессе модернизации БТ и так значительно потяжелел. Если первая его модификация БТ-2 весила 11 тонн, то БТ-7М уже свыше 14,5. Это требовало постоянного улучшения ходовой части. Но делать это бесконечно было невозможно. Резиновые бандажи катков у БТ-7М при движении без гусениц выходили из строя уже через 50-100 километров. Поэтому эксплуатация на колесном ходу фактически была под запретом. Схожая ситуация сложилась и с другими машинами. Больше всего вопросов накопилось к тяжелому Т-35. Конструкция с 5 башнями, 2 из которых смотрели назад, себя не оправдала. Командир не мог управлять огнем из всех орудий пулеметов. Большие габариты этого танка, которые являлись при его разработке достоинством для преодоления крупных препятствий, оказались в середине 30-х годов его и главным недостатком. Из-за крупных размеров, во-первых, он становился легкой добычей для артиллеристов противника. И второе, большая длина танка уменьшала его маневренность на поле боя. Выход был один – проектирование новых машин. Но это требовало времени. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. Основу танкового парка вермахта по-прежнему составляли легкие и слабовооруженные Т-1 и Т-2. Поэтому неплохим усилением для вермахта стали чехословацкие машины ЛТ-35 и ЛТ-38. Территорию Чехословакии Германия оккупировала еще до начала Второй мировой. Немцы захватили не только десятки танков, но и предприятия, на которых они производились. ЛТ-35 и ЛТ-38 по сравнению с Т-1 и Т-2 имели более мощное вооружение – пушку калибра 37 мм. Кроме того, немецкие конструкторы к 1939 году подготовили еще 2 танка – средний Т-3, который вооружался орудием калибра 37 мм, и средний Т-4 с пушкой калибра 75 мм. Т-3 и Т-4 были лучше защищены, чем легкие машины, но все танки вермахта, как немецкого, так и чехословацкого производства, имели только противопульную броню. Впрочем, немцам хватило пока и этого. Тактика молниеносной войны, предполагающая тесное взаимодействие танковых войск и авиации, принесла свои плоды. Как только на пути танков возникала преграда, на помощь вызывалась авиация. Бомбардировщики Люфтваффе наносили массированные удары по противнику, расчищая тем самым дорогу сухопутным силам. В первую неделю польской кампании передовые немецкие части продвигались с боями по 30 км в день, а всего на завоевание Польши ушло чуть больше месяца. Куда более серьезное испытание немцев ожидало через полгода. После захвата Польши главной целью для Гитлера стала Западная Европа и в первую очередь Франция, один из основных геополитических и военных соперников Германии. Французская армия имела достаточно многочисленные вооруженные силы. Еще в начале 30-х годов вдоль границы с Германией французы выстроили мощные оборонительные сооружения. Эта система укреплений получила название «линия Мажино». Французы возлагали на эти укрепления большие надежды и считали их неприступными. Поэтому основной удар от немцев они ждали с севера, со стороны Бельгии. Так все и началось 10 мая 1940 года. Немецкий план предусматривал захват Голландии и Бельгии с последующим вторжением во Францию. Сразу после этого французские части, усиленные британским экспедиционным корпусом, выдвинулись на помощь бельгийской армии и стали занимать оборонительные позиции на территории Бельгии.
Гитлер понимал, что столкновение со столь мощным противником не сулит ничего хорошего. Поэтому удар вглубь территории Бельгии являлся, по сути, отвлекающим маневром, призванным выманить на себя основные французско-британские силы. Смертельный же для Франции удар был нанесен через Арденны, гористую местность на границе Бельгии и Франции. Склоны Арденнских холмов покрыты лесами, и до войны считалось, что крупное наступление в этом направлении невозможно. Развитие событий очень напоминало сюжет советского фильма «Танкисты». Дорог, пригодных для передвижения военной техники, в Арденнах было крайне мало, а немецкая группировка на этом направлении насчитывала свыше 40 тысяч единиц техники. Чтобы не создавать заторов, немцам пришлось тщательно спланировать перемещение танковых и моторизованных дивизий. Выход крупной массы танков в тыл противника, он, во-первых, приводил к панике, потому что уже, значит, противник не знал, откуда ожидать удары, не имел средств для того, чтобы парировать вот эти продвижения танковых группировок. В авангарде немецкого наступления шел 19-й танковый корпус под командованием Гудериана. Встречая слабое сопротивление, танковые дивизии преодолели Арденнские леса и оказались на территории Франции. При поддержке авиации они буквально за 5 дней разрезали Францию на 2 части и вышли к побережью Ла-Манша. Большая группировка британских и французских войск оказалась блокированной в районе Дюнкерка. Судьба Франции на том этапе Второй мировой была предрешена. Тактика блицкрига и здесь дала превосходные результаты. В Советском Союзе действия танковых войск вермахта подверглись серьезному анализу. Это была та сила, с которой приходилось считаться. Зимой 39-40 годов Красная Армия также прошла серьезную проверку боем. Произошло это во время войны с Финляндией. Наиболее тяжелые бои шли на Карельском перешейке. Здесь проходила укрепленная линия обороны, названная в честь ее создателя, командующего финскими войсками Карла Маннергейма. Нельзя сказать, что она была какой-то там супер неприступной. Ну, ввиду того, что масса условий как бы географически была учтена при ее сооружении. То есть, допустим, оборонительные позиции строились на берегах рек, болот, плюс зима, плюс отсутствие дорог. Прорвать ее могучим кавалерийским наскоком, как хотели, не получилось. Основными танками Красной Армии в той войне были легкие БТ и Т-26 и средние Т-28. Уже в первые дни проявилась слабая защищенность этих машин от огня противотанковой артиллерии. Поэтому их стали экранировать, то есть защищать дополнительными броневыми листами. Это увеличивало вес и снижало подвижность танков. А с этим и так были проблемы. Легкие Т-26 и БТ не могли преодолевать глубокий снег. Действовали они в основном на дорогах или двигались по следу, проложенному Т-28. Война показала кучу проблем и в организационном плане Красной Армии, и в плане вооружения, в плане снабжения, в плане подготовки бойцов и командиров. Проблем было много. Тем не менее, сумели вот за 1,5 месяца перестроить армию, наладить взаимодействие танков с пехотой, с артиллерией, в результате чего линию Маннергейма прорвали. И, в общем-то, одна из ведущих ролей в прорыве – это сыграла 20-я тяжелая танковая бригада, командовал ей комбриг Борзилов. Бригада была укомплектована танками Т-28. В Финляндии средний танк Т-28 продемонстрировал все свои лучшие качества. Машина преодолевала противотанковые рвы, огнем 76-миллиметровой пушки расстреливала вражеские доты и остроконечные каменные глыбы, врытые в землю. Любопытным было взаимодействие Т-28 и пехоты. Танк оставлял в снегу глубокую колею. Получалось нечто вроде окопа, в котором укрывались советские пехотинцы. Иногда к танку крепили бронированные сани-волокуши, в которых размещались красноармейцы. Во время Зимней войны прошли проверку боем опытные тяжелые танки, лучший из которых должен был заменить в войсках 5-башенный Т-35. На эту роль претендовали сразу 3 машины, созданные в Ленинграде. КБ завода номер 185 под руководством Семена Гинзбурга спроектировали Т-100. На Кировском под руководством Жозефа Котина танки СМК и КВ. СМК расшифровывалось как Сергей Миронович Киров. Он руководил Ленинградом с 27 по 34 год. КВ назвали в честь наркома обороны Климента Ворошилова. Танки Т-100 и СМК имели схожую 2-башенную компоновку. В центральной башне устанавливалось орудие калибра 76 мм, в передней – калибра 45 мм. У танка КВ обе пушки монтировались в одной башне.
Все три танка уже имели противоснарядную броню. Но однобашенный КВ был значительно легче. При меньшей массе, почти на 15 тонн, танк КВ обладал лучшей броневой защитой. На 15 мм толщина броневых листов у танка КВ была больше, чем у танков Т-100 и СНК, и составляла 75 мм. Во-вторых, за счет меньших габаритных размеров, особенно по длине, танк КВ обладал лучшей маневренностью на поле боя. Ну и, наконец, еще одно достоинство. Это был первый тяжелый танк в мире, на котором установили дизель. Выбор был сделан в пользу однобашенного КВ. В серию он пошел под обозначением КВ-1, причем уже с одной пушкой калибра 76,2 мм, поскольку два орудия стесняли действия экипажа. В сравнении с самым мощным немецким танком Т-4, советский КВ-1 был в два раза тяжелее и несколько уступал ему в максимальной скорости – 34 км в час против 42. По запасу хода машины были примерно равны. А вот противопульное бронирование немецкого Т-4 не шло ни в какое сравнение с противоснарядной защитой советского КВ-1. Калибр орудий у танков был почти одинаковый – 75 мм у Т-4 и 76 мм у КВ. Но пушка советского танка была длиннее. Это обеспечивало большую начальную скорость снаряда и увеличивало бронепробиваемость. Однако проверка боем во время войны с Финляндией показала, что пушка КВ-1 не всегда эффективна против мощных железобетонных сооружений. И тогда по требованию военных конструкторское бюро Котина разработало на базе КВ-1 новый вариант танка с увеличенной башней. Это позволило вместо пушки установить в ней мощную гаубицу калибра 152 мм. Машина получила обозначение КВ-2. Создание танков КВ всех проблем не решало. Это было хорошее средство усиления, но куда важнее было обновить машины, которые составляли численную основу танковых войск – легкие Т-26 и БТ. В 1937 году разработку новой машины поручили конструкторскому бюро Харьковского завода, возглавлял которое Михаил Кошкин. Усиление брони до уровня противоснарядной неизбежно вело к увеличению массы машины. При этом необходимо было сохранить высокие характеристики подвижности, присущие легким танкам. По этой причине просто так повесить броню не получится. То есть увеличение брони – это сразу же нагрузка на двигатель, на ходовую часть. Это гораздо более ранний выход из строя, это меньшая подвижность, это большие риски с точки зрения износа элементов ходовой части. В середине 30-х в СССР шли эксперименты по созданию брони повышенной прочности, которая при той же толщине была в полтора раза прочнее. Одним из вариантов повышения стойкости броневой преграды являлось насыщение одной из сторон броневого листа углеродом. Такой способ назывался цементация. Но, однако, был очень дорогим и трудоемким. Например, только на цементацию броневой плиты уходило от 2 до 3 суток. В результате ограничились лишь постройкой нескольких опытных машин и частично использовали такую броню при модернизации Т-26. Но о повсеместном внедрении метода говорить было рано. Для снижения общего веса конструкторы предложили следующее решение. Толщина лобовых броневых листов составляла 20 мм, но установлены они были под углом 56 градусов к вертикали. Во-первых, это увеличивало вероятность рикошета. Во-вторых, практически вдвое увеличивало толщину брони по горизонтали. Правда, здесь были свои нюансы. Наклонная броня уменьшала внутреннее пространство, что затрудняло бы действие экипажа. Можно было увеличить общие габариты, но это вело к росту массы. Кроме того, слишком широкий танк было бы сложно перевозить по железной дороге. В итоге компромисс между необходимой защищенностью и габаритами был найден. Конструкторы определили те места, где броню можно было наклонить под большими углами. Это наиболее уязвимая лобовая часть танка. Бортовые броневые листы также установили под углом, но он был меньше – 25-35 градусов. Новая машина получила рабочее название А-20. Она должна была стать логическим продолжением быстроходного танка БТ, который мог передвигаться как на гусеницах, так и на колесах. Это увеличивало максимальную скорость, запас хода, экономило ресурс гусениц. Но такая ходовая часть ограничивала возможности по дальнейшему увеличению веса машины. Поэтому для проведения сравнительных испытаний решили построить еще один опытный танк. По общей компоновке он повторял А-20. Но ходовую часть изменили. Не была предусмотрена возможность движения без гусениц. Эта машина получила обозначение А-32. Оба опытных танка оснащались дизелем В-2.
Их ходовые испытания начались летом 1939 года. Танки испытывались на максимальный километраж пробега, на преодоление естественных и искусственных препятствий, включая валку деревьев. В ходе этих сравнительных испытаний некоторое преимущество по подвижности показал колесно-гусечный танк А-20. В принципе, этого и следовало ожидать. Однако в танке А-32 выяснился больший резерв, увеличение его боевой массы, что было предложено комиссии использовать для наращивания броневой защиты этого танка. Проверить это решили экспериментально. На бортах и башне закрепили грузы общей массой 7 тонн. Такая догруженная машина успешно прошла заводские испытания. Это означало, что толщину основных броневых листов можно было увеличить вдвое. Постановлением Комитета обороны танк А-32 был принят на вооружение рабоче-крестьянской Красной армии. Ему присвоили обозначение Т-34. Испытания первых двух образцов танка Т-34 проходили в марте-апреле 1940 года. 30 марта оба танка были показаны в Кремле руководителем партии правительства. Сталин сказал, что это будет ласточка в наших танковых войсках. Боевая масса машины составляла 25,5 тонн. По классификации она попадала в категорию средних танков. То есть фактически Т-34 шел на смену не только легким Т-26 и БТ, но и среднему Т-28. По сравнению с немецким средним танком Т-3, советский Т-34 был лучше по максимальной скорости, запасу хода, уровню защиты. Больше был и калибр его пушки. По многим характеристикам он превосходил и средний Т-4. Так случилось, что во время испытаний серьезно заболел главный конструктор Михаил Кошкин. Спустя несколько месяцев, 26 сентября 1940 года, он умер. После смерти Кошкина главным конструктором Харьковского завода стал Александр Морозов, а его заместителем и начальником КБ по танку Т-34 Николай Кучеренко. Работы впереди было много. По плану к концу 1940 года завод обязали выпустить 600 боевых машин. В том же 40-м развернули работы по реорганизации автобронетанковых войск. Планировалось, что в их состав войдут 9 механизированных корпусов, 2 отдельные танковые дивизии, 28 бригад, а также отдельные танковые батальоны и полки. Согласно новой структуре, требовалось свыше 18 тысяч машин разных типов. Треть из них должны были составлять новые – тяжелые КВ и средние Т-34. В начале 41-го было решено развернуть дополнительно 20 механизированных корпусов. Это еще 22 тысячи танков. Планы по качественному улучшению автобронетанковых войск были грандиозные. Но помимо огромного числа новых танков требовались и новые специалисты. Их явно не хватало. В танкистов переучивали стрелков, артиллеристов, кавалеристов. К началу Великой Отечественной войны Красная армия превосходила вермахт по количеству военной техники. Одних только танков было 23 тысячи. Из них в западных военных округах 13 тысяч. Со стороны Германии в нападении участвовало около 3300 танков. Но решающую роль в первые дни войны сыграли нечисленные показатели. Согласно плану «Барбаросса», германские войска наносили массированные и сосредоточенные удары на трех стратегических направлениях. В авангарде наступления шли 4 крупные танковые группы. Каждая из них насчитывала от 600 до 1000 машин. Они поддерживались авиацией. Взаимодействие танкистов и летчиков было отлажено до автоматизма. Танковые соединения части вводились в сражение, уходили в глубину, развивали прорыв в сторону флангов, уничтожали резервы, которые подходили, захватывали выгодные рубежи или позиции, на которые потом выходила пехота. А вот действия частей Красной армии в первые дни войны были разрознены. Отсутствовала связь между войсковыми соединениями. Не была организована разведка. Не хватало горючего, боеприпасов. К началу Великой Отечественной войны танковые войска Красной армии находились в стадии формирования и реорганизации. Не были полностью подготовлены танковые экипажи. Отсутствовала слаженность между соединениями. Командиры часто принимали решения в обстановке незнания, где находится противник. Первый день наступления передовые дивизии вермахта продвинулись на 60 километров. Во второй еще на 70. Были захвачены десятки городов и деревень. Но на отдельных участках немцы встречали активное сопротивление. Такой эпизод, очень он интересный, малоизвестный, это действие под районом города Арсеняй в Литве.
Значит, действовал там 2-я танковая дивизия. Она имела 194 танка. Из них 57 танков КВ-1 и КВ-2. Командовал дивизией генерал-майор Егор Николаевич Солянкин. В 14 часов 22-го июня дивизия получила приказ выдвинуться в сторону Росинея, развернуться там и нанести удар во фланг немецкой группировки, которая наступала на Шуляй. Совершив ночной 100-километровый марш, утром 23 июня дивизия вступила в бой. К исходу дня советские воины уничтожили 40 боевых машин и 18 орудий противника. На следующий день дивизия Солянкина продолжила атаки. Так, экипаж одного из танков КВ в течение 22 часов удерживал участок дороги, по которой шло снабжение немецких войск. Немцы пытались его расстрелять сначала из противотанковых пушек. Он расстрелял эти пушки, потом они пытались по нему вести огонь из гаубицы неудачно. Ночью пытались подорвать танк саперами взрывчаткой. Тоже бесполезно. В результате только утром 25 июня они сумели экипаж отвлечь, сделали ложную атаку и выкатили другую зенитку. И танк был уничтожен. Причем немцы пишут, что, значит, танкистов похоронили с воинскими почестями. Действия новых советских танков в первые дни войны не остались без внимания германского командования. Часто с фронта приходили донесения со словами о неуязвимости Т-34 и КВ. Из воспоминаний офицеров вермахта. «Это ударило нас, как тонны кирпичей. Изумление было полным. Как могло получиться, что там наверху не знали о существовании этих превосходных машин? Ни немецкие противотанковые пушки, ни орудия танков не в силах были справиться с Т-34 и КВ. Лишь мощная 88-миллиметровая зенитная пушка, выведенная на прямую наводку, могла пробить их броню. Но зачастую из-за нехватки снарядов и горючего советским танкистам приходилось самим уничтожать свои машины, чтобы они не достались врагу. Всего же за первые 40 дней войны Красная Армия по разным причинам лишилась 11 тысяч танков. То есть половины из всех имевшихся на 22 июня. К концу лета положение было катастрофическим. Пал Минск. Враг находился на подступах к Ленинграду и Киеву. Немецкие бомбардировщики уже совершали налеты на Москву. 30 сентября Гитлер отдал приказ к началу сухопутной операции «Тайфун». Ее целью был захват столицы страны Советов. В прорыв устремилась 2-я танковая группа «Гудериана». На этом участке фронта немцы имели значительное численное превосходство военной техники. Советским танкистам приходилось действовать не числом, а умением. Атаковали в основном из засад, рассекая боевые порядки немецких танковых соединений на небольшие группы. Танкисты максимально давали противнику приблизиться на расстояние порядка 200-300 метров, выскакивали из засады, занимали огневые позиции, делали по 3-4 прицельных выстрела и потом быстро возвращались в район засады. В другой стороне, слева или справа, на удалении порядка 200-300 метров, неожиданно опять выскакивали. Во-первых, у противника создавалось впечатление о наличии на этом участке фронта большого количества танков, а во-вторых, немецким артиллеристам было очень сложно поражать наши танки, потому что они появлялись каждый раз из другого места. Так, с 4 по 11 октября 4-я танковая бригада полковника Михаила Катукова уничтожила 113 немецких танков и 49 орудий. Потери же самой 4-й танковой бригады исчислялись единицами. В этих боях свой боевой счет открыл командир танка Т-34 старший лейтенант Дмитрий Лавриненко. Это был самый результативный танковый ас Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Он погиб 18 декабря 1941 года. Участие в боевых действиях принял 4 октября. И вот примерно за 2 месяца, с 4 октября по 5 декабря 1941 года, он командным взводом уничтожил 52 немецких танка. Враг продолжал рваться к Москве. К концу октября бои шли уже в 100 километрах от города. Боевых гусеничных машин, как и другого оружия, Красной Армии не хватало. А быстро нарастить их выпуск было чрезвычайно сложно. Особенно в условиях начавшейся эвакуации предприятий вглубь страны. Еще в первой неделе боевых действий Государственный комитет обороны принял решение увеличить выпуск легких танков, пусть и не таких грозных, как Т-34 и КВ, но зато простых в производстве. Буквально перед самой войной, в апреле 41-го, на вооружение приняли легкий танк Т-50. Всем он был хорош. Наклонная броня, дизель, 45-миллиметровое противотанковое орудие. Но в условиях военного времени и он оказался сложен и дорог.
Был танк попроще. Малый плавающий Т-40. Но он имел слабое вооружение, всего два пулемета. Поэтому в августе 41-го под руководством Николая Астрова на его базе была создана новая боевая машина – танк Т-60. Его вооружили пулеметом и автоматической пушкой «Швак» калибра 20 мм. Большинство узлов и агрегатов позаимствовали у предшественника. Это позволило спроектировать танк в рекордные сроки, всего за две недели, и упростить его запуск в серию. В октябре начинается полномасштабное производство этих танков на Горьковском автомобильном заводе, который вместо автомобиля стал строить танки. В этом, собственно, еще один плюс Т-60. То есть это танк, создан на автомобильных агрегатах, и который можно выпускать на заводах, которые изначально танки не выпускали. Впервые Т-60 использовались массово во время битвы за столицу. К декабрю 41 года Красная Армия имела под Москвой около 900 танков. Из них средних Т-34 и тяжелых КВ было около 40%. Среди легких танков подавляющее большинство приходилось именно на Т-60. Их было около 300 машин. Т-60 – машина, которая появилась в сложное время. Пусть она была не Т-34, не КВ, но тем не менее свою роль она сыграла. В начале декабря советское командование отдало приказ на контрнаступление. 5 числа в атаку устремились войска Калининского фронта. На следующий день – Западного и Юго-Западного фронтов. И уже 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте. Танковые войска в битве под Москвой главным образом содействовали успешному продвижению наших стрелковых частей и подразделений. Поэтому они в первую очередь применялись в качестве танковой непосредственной поддержки пехоты. При преследовании противника танки использовались в качестве передовых отрядов. В этих отрядах наши танкисты совместно с пехотой освобождали населенные пункты. К лету 42 года эвакуированные вглубь страны заводы заработали на полную мощность. Существовало категоричное указание – никаких кардинальных переделок, которые могли бы негативно сказаться на темпах выпуска танков. И наоборот, приветствовались все предложения, направленные на увеличение их выпуска. Именно с этой целью в конструкцию Т-34 внесли почти 800 изменений. За счет применения литья удавалось в 2-3 раза сократить детали. Например, если раньше ведущее колесо изготавливалось методом штамповки, соединялись потом детали эти с помощью сварки, то во время литья эту деталь можно было делать целиком. И так по каждой составной единице. Поэтому в конечном итоге конструкция танка была настолько переработана, без ухудшения боевых качеств танка, что позволило практически свыше 5000 деталей упразднить на этом танке. Изменили и конструкцию тяжелого КВ. Улучшили трансмиссию, которая не очень хорошо проявила себя в боевых условиях. Уменьшили массу, что положительно сказалось на подвижности. Поменяли форму башни. Обновленный танк получил наименование КВ-1С. «С» означало «скоростной». С увеличением выпуска боевых гусеничных машин появилась возможность создавать танковые армии, обладающие большой ударной силой. В течение 42 года их было сформировано 4. По сути дела, создавались танковые армии смешанного состава, куда входят механизированные корпуса, стрелковые корпуса с артиллерией, ну и соответствующие частями обеспечения, которые рассматривались как средство не только для развития успеха, но и для прорыва обороны. Всего в танковой армии по штату должно было быть 427 танков, причем больше половины из них должны были быть средние Т-34. Летом 42 года главной целью для Гитлера стал Сталинград. Это был крупный индустриальный центр. Здесь располагались заводы по производству артиллерийских орудий, танков. Через город проходили важные транспортные артерии. Наступление на Сталинград германская армия начала в середине июля 42 года с рубежей, находящихся от него на расстоянии от 70 до 100 километров. И развивалось оно неплохими темпами. Уже к исходу 12 сентября бои велись всего в 3-4 километрах от центра города. На отдельных участках немцам удалось выйти к Волге. Гитлер уже ждал доклад о полном захвате Сталинграда, но этого не происходило. Каждый новый день боев изматывал немцев и давал возможность советской промышленности увеличивать выпуск снарядов, пушек, танков, самолетов. Контрнаступательные операции под Сталинградом командование Красной Армии начало готовить еще в сентябре 42 года.
Ее идею подсказала сама конфигурация этого участка фронта. Наступая на Сталинград, войска вермахта углубились в советскую оборону, и поэтому встречные фланговые удары позволили бы взять в кольцо крупные силы противника. К ноябрю значительная часть танковых и механизированных соединений Красной Армии сосредоточилась в районе Сталинграда. Так, под Сталинградом в составе Юго-Западного фронта действовала 5-я танковая армия под командованием генерал-лейтенанта Прокофия Романенко. В ее составе было 364 гусеничные машины. Из них 67 тяжелых КВ, 142 средних Т-34, 55 легких Т-60, а также 100 легких танков Т-70. Они сменили в производстве Т-60 и по сравнению с ними были лучше защищены и вооружены. В общей сложности советская группировка под Сталинградом насчитывала почти 1500 танков. Их количество в два раза превышало численность немецких боевых машин на этом ключевом направлении. Советская наступательная операция «Уран» началась утром 19 ноября, когда в наступление перешли дивизии Юго-Западного фронта. Ближе к полудню противник понял направление основных ударов Красной армии и стал перебрасывать туда дополнительные силы. Наступление советских войск затормозилось. Командующий фронтом генерал-лейтенант Ватутин ввел в сражение 3 танковых корпуса. 2 из состава 5-й танковой армии и 1 из состава 21-й общевойсковой армии. Нанеся мощные удары, они вклинились в оборону противника в 3 местах и прорвали ее. Советские войска, благодаря высокой проходимости танков Т-34, вышли на оперативный простор, и громя тылы и коммуникации врага устремились вперед. Уже к вечеру 19 ноября передовые части продвинулись на 25-30 километров. Немцев фактически били их же оружием. Разрезающие танковые удары были сутью их тактики молниеносной войны. Так они захватили Польшу, Францию, так они планировали победить и Советский Союз. Осмысление происходящего давалось германским генералам крайне нелегко. Наступление Красной Армии развивалось стремительно. 20 ноября с другого фланга обороны противника в атаку перешли силы Сталинградского фронта. Двигаясь навстречу друг другу, уже 23 ноября передовые части двух фронтов встретились в районе города Калач-на-Дону. В котле оказались 330 тысяч человек из состава 6-й немецкой армии под командованием Паулюса и 4-й танковой армии Готта. В январе 43-го сопротивление немцев стало выдыхаться. Они несли огромные потери. Кольцо окружения вокруг группировки Паулюса неумолимо сжималось. 2 февраля все было кончено. Последние группы германской армии сдались в плен. Так закончилось величайшее сражение, длившееся почти 200 дней и ночей. Немцы и их союзники потеряли в этих боях свыше 4000 танков и самоходных установок, почти 3000 самолетов, 15 тысяч орудий и минометов, свыше 1 000 000 живой силы убитыми и ранеными. По этому поводу в Германии был объявлен 3-дневный траур. Под Сталинградом Красная Армия нанесла врагу сокрушительный удар. Стратегическая инициатива перешла в руки СССР. Но уже весной 43-го года командование вермахта начало готовить новую наступательную операцию. В район Курска стали стягиваться лучшие германские силы. В авангарде наступления должны были идти новейшие немецкие танки «Тигр» и «Пантера». На тот момент они не имели себе равных по уровню защиты и вооружения. По мнению Гитлера, эти стальные гусеничные машины должны были перевернуть ход войны.